чему все идет, мне трудно сказать. Я не пророк. По-разному. Но если брать в процентном отношении, то, конечно, пусть меня простят те, кто как бы стоят у руля телевидения, кино и так далее. Мне кажется, что все-таки нравственного начала меньше, к сожалению. Хотя в последнее время, мне кажется, что что-то начало меняться. И смотрите, когда идут какие-то сериалы или фильмы, скажем, по телевидению, да, поскольку это самое такое смотрибельное место, как приникает народ к экрану, как хотят, как жаждут каких-то нормальных человеческих историй, человеческих отношений. Здесь просто вот какая-то пустыня. И когда что-то появляется, как благодарны зрители. И вот в последнее время что-то появилось. Я, к сожалению, не все могу посмотреть, просто потому что нет времени какие-то. Но вот мне кажется, хватит снимать о бандитах, о каких-то уродах, о каких-то... Да, они в жизни есть, но не они герои. Я хотела бы увидеть фильм, где героями были бы ученые, которые сделали какое-то открытие. Вспомните фильм «Девять дней одного года». Но это фильмы на века. Почему сегодня такой фильм не может возникнуть? Может. Но почему его нет? Ну, как пример.